Всем привет! Показываю свои вкусные покупки с магазина АТБ и кое-что с рынка. Значит, сначала магазин АТБ. Что я взяла? Вот такие серветки для уборки, полотенце для кухни. В акции идет по 47 гривен цент 1. Так, дальше чай, по-моему, 34 гривны. Около 34. Сыр вот такой, только творог был. Взяла, чтобы сделать сырники. По 24 гривны король сыров в акции. Дальше взяла, по-моему, по 81 гривен. Но чек есть, посмотрим. Вот такие пельмени вкусные. Белые. Берозов, надо уже морозильник. Так, творожный сыр Альметте. Оселедец Норжен в Алии. Сливочное масло белоцерковское. 82,5. Так, и перейдем к вкусняшкам. В акции была Нутелла. Взяла. Захотелось без акции, взяла Рафаэлки себе. И вот такую вот красную икру уже сезон открыла. Парамушир. Тоже 200, почти 200, ну, посмотрим, 230 или 250 гривен. Так, и смотрим чек. А, еще хлеб купила. 239 икра. Нутелла в 53 гривны в акции. 84 гривны Рафаэлки, конечно, дорого. Общая сумма 815 гривен. Так, и на базаре я купила бананы на 20 гривен. Хурма по 30 гривен. Вот такая вот сладкая. По 30 гривен мандаринки. Это из вкусностей. Из нужного купила нам нужна розетка наружная 50 гривен. Это турецкая. Также купила по 60 гривен вот такую класснючую терку. Так, и всего за 30 гривен, вы представляете, вот такая вот лопатка. Конечно, она долговечная, но все равно приятная цена. Вот такие вот у меня были покупки. Решила вам включиться, показать. Всем хороших выходных. Я ненадолго пропаду. Не скучайте. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока.